Незабываемые истории в новом изложении. Второй год подряд Щелковский театр начинает сезон с премьерных показов. На пресс-конференции, посвященной открытию шестого сезона, кураторы и руководство театрально-концертного центра, режиссеры рассказали о новеллах ближайших месяцев. Здорово, что вновь, уже второй год подряд, театральный сезон и Щелковский театр начинает свою работу с премьерных показов. В рамках всероссийского проекта партии «Единая Россия» «Театр малых городов». Я вас всех искренне сегодня с этим поздравляю. Спешить увидеть в шестом сезоне театрально-концертный центр «Щелковский театр» представляет три премьеры. Две сказки, одна взрослая постановка по пьесе Островского. Новые спецэффекты, живой звук. Приходите. Художественный руководитель театра Светлана Погодина обещает, что будет интересно. Во время работы над этими спектаклями мы получили совершенно неожиданный результат от одного из спектаклей, вот от «Таленького цветочка». При помощи очень красивой русской этнической музыки, теперь еще и нововведение живого пения, еще и интересное решение декорационного, она вдруг стала притчей, эта сказка. Притчей, которая научит и детей, и взрослых любви, открытому сердцу, любви ко всему, к природе, к своему краю. Улучшить материально-техническую базу и поставить три новых спектакля удалось благодаря федеральной программе «Единой России. Театры малых городов», в которой Щелковский театр принял участие во второй раз. На создание спектакля, обновление световой и звуковой аппаратуры в зрительном зале было выделено 9 миллионов рублей. Эти средства театр сразу использовал в дело. В Московской области в этой программе работает 14 театров. Сейчас присоединились на 2018-й три государственных театра, не только муниципальные. И чем отличается то, что было озвучено? Что мы получили возможность улучшить еще материально-техническую базу. Обе сказки срежиссировала Светлана Погодина. В новых постановках задействована вся труппа театра. «Аленький цветочек» в новом прочтении покажут 20 октября, «Волшебник изумрудного города» 24 ноября. Билеты на первые спектакли уже раскуплены. Комедии по пьесе Островского «Старый друг» лучше новых двух поставил приглашенный режиссер, выпускник Щепкинского училища, заслуженный деятель искусств России Валентин Тепляков. Премьера назначена на 10 ноября. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».